В Актобе из-за взрыва газового баллона в гараже сильные ожоги получили двое мужчин. 82-летний пенсионер и его 24-летний сосед, который спас пожилого человека. И услышала хлопок, сильный хлопок. Вышла на улицу, уже пламя. А он уже сам, оказывается, вышел оттуда. И он уже вот здесь вот. А парень оттуда вышел. Он помочь ему, оказывается, вышел. Огнеборцы приехали быстро, и это помогло избежать дальнейших взрывов и распространения огня. Ведь в гараже хранились 9 газовых баллонов, половина из них полные. Баллоны 82-летний хозяин гаража использовал для приготовления кур-гриль. Взрыв прогремел, когда там был 82-летний владелец. Первым на помощь подоспел 24-летний сосед. Он спас пенсионера, но пострадал сам. У обоих состояние очень тяжелое. У пациента 37-го года рождения 70% ожогов тела. У 24-летнего второго пострадавшего 50%. Оба в сознании, разговаривают, но стабильно тяжелые. Пострадавший